Новый герой Subway Surf. Круто! Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипульти. Всем вкусняшек и мороженых. Сегодня поиграем в игру Subway Surf. Будем бегать на Гавайях и собирать монетки. Сейчас я выберу героя. Один мой подписчик попросил побегать в Subway Surf и пособирать монеты. Его зовут Макс. Макс, привет. Итак, кого же мне выбрать? Кого же мне выбрать? Он написал побегать Трейси и побегать ниндзей. Возможно, я сейчас, наверное, так и поступлю. Так, я, наверное, выберу этого ниндзю, и мы пособираем монеты и поиграем в Subway Surf ниндзей. Так, надо теперь борт выбрать. Какой же борт выбрать? Вот этот. Итак, ребята, сейчас нас ниндзя убежит от полицейского. Мы бегаем на Гавайях в Subway Surf и играем ниндзей. Теперь самое главное нам как можно больше собрать монеток и убежать на очень длинный так, на очень длинное расстояние и собрать слово «сан». Посмотрим. Я бегал до этого уже, я думаю, вы видели, ребята. Subway Surf я бегал белым ниндзи. Он пробежал 110 тысяч. Отлично справился с заданием. Я считаю, что все, кто выбегает из 100 тысяч, ну, отличные персонажи, отличные игроки. Собираем монетки. Наш ниндзя тоже отличный собиратель монет. Subway Surf. Посмотрим. Прикольная мультик-игра. Я вообще обожаю Subway Surf. Вы напоминайте мне иногда. Я буду частенько в нее играть. На самом деле много игр увлекательных. Ну, игр на Android. Просто онлайн-игр. Все играть, не переиграть, ребята. Поэтому пишите в комментариях, какие игры мне поиграть, я поиграю. А сейчас мы играем в Subway Surf. И наш ниндзя пробежал пока что 18 тысяч, 19. Это пока что слабенький результат. Но это только начало. Кстати, борт, ребята, этим бортом я бегал уже. Не помню, какая-то девочка, Саманта, кажись, бегала, ездила на нем. Ну, очень скоростной, прикольный борт. 26 тысяч. Ребята, все подписчики и друзья моего канала, я передаю вам большой, огромный привет. Мультипультик передает вам привет. Привет, ребята! Спасибо, что смотрите. А мы собираем монетки. У нас крутой собиратель монет, наш ниндзя. 48 тысяч, ребята. Мы приближаемся. Все, 50. Отлично. Если мы дойдем до 100 тысяч, будет просто супер. И, кстати, сегодня, ребята, вас ждет сюрприз. Я сегодня хочу открыть в этой игре Subway Surf нового бегуна, нового собирателя монет. Еще такого у меня не было. Он просто недавно появился. Я еще не насобирал на него денежек, но сегодня уже они у меня появились. Поэтому сегодня я его приобрету. Посмотрите, прикольный персонаж такой. А мы летим. 88 тысяч, ребята. 88 тысяч. Отличный результат. Но сегодня я вам скажу, на самом деле, ниндзя просто везет. У него уже появляется вот эта ракетница, на которой он летит. Четвертый раз. Ничего себе. Ребята, сейчас будет 100 тысяч. Есть. Итак, наш ниндзя входит уже опять входит в топ-10 наших игроков, потому что он побил так называемый начальный рекорд 100 тысяч. Теперь самое главное выбежать из этих 100 тысяч как угодно. 150, 170, 200 тысяч. Если он наберет, это будет просто супер. Так, мы бежим. Играем в Subway Surf, у нас ниндзя, мы собираем монеты. Прикольная мультик-игра. Ну, ребята, если она вам нравится, можете поставить лайк и не забыть нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выходит новое видео. И
подписаться на наш канал. 122 тысячи, бежим. Смотрите, вы его заметили, ребята? Уже пятый раз он летит опять на этих баллонах. Пятый раз ему повезло. Просто сегодня нашему ниндзе везет просто вообще бомба. Везучий. Везучий. Так, опа. И вот мы используем первые два ключа, ребята. Первые два ключа будем использовать. 2, 4, 8 и 16. Так, 4. Ну, чтобы, как обычно, у всех были одинаковые шансы. Потому что все мои бегуны, все игроки в Subway Surf использовали ключи, все до единого. И Ниндзя, и Саманта, и Клоун, и Король. Всех были ключики. Ключики были 2 ключа, 4, 8 и 16. Ну, 32, я считаю, это очень много, поэтому только 16 ключей мы используем. 148 тысяч, ребята, и наш Ниндзя, смотрите! Нет, вы это видите. Шестой раз ему попадаются баллоны, и он летит. Ну, я могу сказать, просто везунчик наш Ниндзя, Subway Surf. Прикольная игра. Кстати, ребята, я играю на Android. Кто играет на Android, на эту игру напишите в комментариях. И вообще, что-нибудь напишите в комментариях. Сто семьдесят девять. Супер, просто супер, молодец наш Ниндзя. Ну, так как я вам и сказал, ребята, этот борт тоже... Опа! Вот это жесть! Это просто жесть, я вам скажу! Седьмой раз ему попались баллоны. Да. А все-таки действительно, баллоны, они очень помогают. Они... увозят, улетаешь ты на них, на большое, на огромное расстояние. Так, этот полицейский надоедливый, гоняется, как он надоедает мне. Не, ну без него тоже никак, ребята, представляете, вы бежите, никто вас сзади не подгоняет. Так, мы получили, открыли какую-то новую возможность. Потом я выйду, посмотрю. 197. Ну, если сейчас мы выйдем из 200 тысяч, ну, давай, Ниндзя. Есть, ребята, это круто. И наш Ниндзя входит теперь в топ. Он выбежал из 200 тысяч. Круто. Давай, давай, постарайся. Ну, последние 16 ключей нашего Ниндзя. Так, давай, 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 постарайся, друг. Давай, давай. Ой-ой, 209 тысяч, классно бежит, молодец. Ну-ну-ну-ну-ну, эх, вот все, ребята. Итак, ребята, о чем я вам и говорил, вот, Sun Spot, я открыл двоих новых персонажей. Итак, я сейчас побегаю одним из них на Гавайях. Давайте пособираем монеты новым персонажам в новой серии игры Subway Surf. Посмотрим, сможет ли наш собиратель монет побить рекорд Ниндзя. Вы запомнили? 210 тысяч рекорд в новой серии был у Ниндзя. Вот теперь побежал наш новый персонаж. Новый персонажик. Прикольная, смешная такая, веселая игра, веселое видео. Ну, мне нравится, оно очень красочное, яркое такая, смешная, прикольная. И постоянно, что самое интересное, ребята, в этой игре постоянно дают новых персонажей. Ты открываешь новых персонажей, дают новые борды. Ты постоянно бьешь свои рекорды. Игра просто супер. Я думаю, скорее всего, надо будет посмотреть. Я точно не знаю, входит ли эта игра Subway Surf в топ-игр, ну, для детей. Мне кажется, она должна входить в топ-игр для детей. Так, ладно.
12 тысяч, как всегда у всех, начало не очень хорошее. Опа, маску собрали, звездочку. И тут нарисовался, ребята, полицейский, надоедливый полицейский, который ни на шаг никогда не отстает от наших персонажей, от наших мультгероев. Но ничего. Я думаю, кстати, вот этот паренек, мне тоже он нравится, прикольный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, вы заметили, полицейский тут как тут. Никуда от него не деться. 29 тысяч. Приближаемся, ребята, приближаемся. Ой-ой-ой. Чуть не впилялись. Приближаемся к 50 тысячам. 37. Магнит. Кстати, я даже не посмотрел, как этого нашего персонажа зовут. Но это, в принципе, и не важно. 42. 43. Ключ. Ключ, ключ, ключ нам пригодится. Так, этот разрисованный мальчик неплохо бежит. Сейчас мы выбежим и собирает монеты из 50 тысяч. Кстати, заметили, ребята, мы еще ни разу не летали. Еще ни одна ракетница нам не попадалась. Баллонов еще не было. Мы добежали до 50 тысяч. Опа! И вот он, первый ключ. Я использую первый ключ. Рановато мы его использовали. 50 тысяч. Ниндзя использовал свои первые ключи, когда было уже больше 100 тысяч. Ну ладно. Посмотрим. 58 тысяч, ребята, и мы собираем монеты. Мы собрали 1300 монет. Отличный, кстати, ну этот паренек неплохо собирает монеты. Subway Surf. Давай, давай, 65. Опа! И вот появились первые баллоны, ребята. Мы ускоряемся, собираем монеты. Так, не пропускаем ни одной монетки. Столько золота, сколько золота. Летим, летим. Да, собиратель монет молодец. Так. 83 тысячи, ребята. Ой-ой-ой, вот они, вторые два ключа. Да, ой-ой. Рановато, рановато. Ну ладно. Самое главное, я же говорю, выбежать, чтобы он выбежал из 100 тысяч. Если он сможет побить рекорд 100 тысяч, ну это будет круто. Потом уже можно спокойно бежать на расслабоне, собирать монеты. Так, опа, опять мы какой-то рекорд установили. 93, ребята. 93, ну и вот они, баллоны полетели. Полетели, ребята, вторые баллончики нам уже попадаются. 100 тысяч, есть. Так, мы установили рекорд. Мы вышли на минимальный рекорд 100 тысяч. Посмотрим, на что способен этот паренек, этот собиратель монет. Собирулька, Subway Surf. Летим и собираем монеты, ребята. У нас, кстати, тоже сейчас у него тоже прикольный скоростной борт. Правда, опа, вот уже 4 ключа. Ничего себе. Да, если так пойдет, то все... Опа, 8. То все попытки догнать ниндзю разобьются в пух и прах. Ребята, смотрите. Третьи баллоны. 130 тысяч. Летим, летим. Ну, мне кажется, я вам честно скажу, но я сомневаюсь в этом пареньке, что он сможет попасть в топ-10. В топ-10, в нашу десяточку, которая вышел из 200 тысяч. У нас, если не ошибаюсь, Саманта была, побила рекорд. Был рекорд 450 тысяч. Потом еще было мальчик и девочка, они... Установили рекорд по 320 тысяч, и все остальные ребята бегали, ну, 200, 210, 220, но никто больше не бегал.
Посмотрим, на что способен этот паренек. Манеться. Опа, ребята, вот это фарт. Вот это ему подфартило, смотрите. Четвертые баллоны и уже 179 тысяч. Если так пойдет, то он может нашего ниндзю догнать. У него 210 тысяч. Посмотрим. Обязательно, ребята, напишите, если вы до сих пор смотрите это видео, какие игры мне поиграть, какие игры вам нравятся. Но мы бежим. Бежим и собираем монеты в игре Subway Surf. Так. 203 тысячи, ребята. Я просто ошибался. Вот этот паренек просто красавчик. Молодец. Ребята, я уже не сомневаюсь, что он побьет рекорд нашего ниндзя через 2000. Раз, два, есть. И он выходит на первое место в этой игре. Все, ниндзя остался за бортом. И вот оно, вот оно. Появляется пятые баллоны, которые уносят нашего собирателя монет все дальше, к первому месту. Ничего себе, сколько он собрал монет. И он сегодня устанавливает новый рекорд в этой игре. Новый рекорд. 230 тысяч. Прикольно, молодец. Но видите как, даже я могу ошибаться, ребята. А мне изначально показалось, что он слабенький игрок, что он... Как будто он в Subway Surf ни разу не играл. Не может бегать, как-то медленным он мне показался. Но на самом деле, смотрите, уже 240 тысяч. Молодец, молодец, отличный, отличный у нас бегун появился новый. И, ребята, кстати, в этой игре еще будет открываться нереально много новых персонажей. Поэтому поиграем, побегаем в Subway Surf, пособираем монеты. Так, 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 250, ну. Ой-ой-ой, еще последний, 250, молодец. Ну, мы использовали все наши ключики, поэтому, ребята, я думаю, мы до 300 тысяч вряд ли добежим. Поэтому, ребята, я буду прощаться с вами. Ну, опа, точно! Ребята, вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое.